Сумерки – это когда закрываешь глаза, но темень не наступает. Потому что восторженное настроение тебя освещает внутри. Прогулка к пруду, осень 2010 года. Рядом со сберкассой поезд куда-то стучал, уходя. Так захотелось оказаться внутри и ехать куда-то. Интересно, успею ли я все-таки на прогулку? Такое ощущение, что вот-вот и фонари начнут зажигаться. Как это меня раздражает. Говорил я себе, выходя, что надо жилетку надеть, теплую, чтоб плечи загородить. Так нет, все-таки забыл. Пока шел до сберкассы, холод все время упирался ладонями мне на плечи. Как это неприятно чувствовать спиной. Человеку склонному к бронхиту. Но, наконец, я догадался. В сберкассе я так шарф одел, чтобы за плечи кончики закинуть. Куртку одел, не сразу у меня получалось. В то время концы зацеплялись, но как-то удалось поправить рукой. Накрыли мне плечи. Иду, и холода, как ни странно, уже, кажется, не замечаю. По времени мне прогуляться осталось едва лишь до ближайшего пруда. Однако тянет меня к Джамгарским прудам. А сейчас там даже пустынно и сумерочно, и тревожно. Стоит ли туда появляться? Неясно. Нет, не пойду. Не поеду, наверное. Хотя вон автобус какой-то показался, а я уж направил ноги к ближайшим прудам. Неохота в темне там ходить. Нет, неохота. Наплевать на автобусы. Прогуляюсь до ближайшего пруда. Что мне хотелось воспеть, так это зеленые травы и темные воды Джамгарского пруда. И темный лес, вернее, посидевший уже от того, что листва-то
пообсыпалась. Стоящий задумчиво напротив. Мостки пустынные, потому что там прохожих уже, наверное, почти не осталось. Ну что же, по дороге к нашему пруду я тоже вижу зеленые травы, деревья. Буду довольствоваться этим пока что. Какие высокие травы! Прямо не верю глазам своим. На ладонь поднимаются такие густые от земли и радуют, словно летом. Как радостно эти сумеречные зеленые травы мне видеть. Народ еще терпит сумерки, город еще терпит сумерки и любуется ими. А в домах уже такая темнотища, что люди давно свет повключали. Такое вот несовпадение, такое вот запоздание. В природе. А сумерки, между тем, прекрасная вещь. Сумерки, покопавшись в своих ощущениях, подумал я, напоминают волосы девушек, в которых приятно мужчине носом зарыться, глаза чуть прищурив. Сумерки – это когда закрываешь глаза, но темень не наступает, потому что восторженное настроение тебя освещает изнутри. Ну вот и фонари зажглись, когда я прошел мимо школы, детсада, и вышел на маленькую зеленую площадь от трав зеленую перед типографией старой. Нарядно розовеет дорога, на ней даже есть отдельные пятна, оранжевые, от очень оранжевых фонарей, затерявшихся в серых, вернее, коричневых кронах деревьев. А пятна эти – лужи, которые видел на дороге, так я и думал. Но что же я все время теряю? Ну что же я время теряю? Иду по асфальту, сверну на зеленые травы, посыпанные желтой листвой. Ну, желтой листвой сказано так, автоматически. Это коричневое, конечно, нечто лежит под ногами. Наверное, это последняя прогулка по травам в этом году. Драгоценно к ногам ее прикосновение. Утки кричат издалека, как только увидел зеркальные воды, исчерченные фонарями. А вот они у берега собрались. Но корки им никто не кидает. Так сегодняшняя прогулка – это не только прощание с зелеными травами, это и прощание с зеркальными водами, и, пожалуй, с криком уток нахальным, как неуместно их это «ха-ха-ха» в темноте, когда завтра все покроет снега. Наклонялся через перила деревянной веранды, смотрел на решетку внизу, но нет, ни одной крысы я не увидал. Ну и действительно, для праздно шатающихся они не показываются, а только для тех, кто корки приносит. Огибаю пруд, заворачиваю. И здесь уток полно, ну, прямо на берегу даже столпились.
А, ну, действительно, вот здесь дама с коляской гуляют. Наверное, что-нибудь сыпят себе для развлечения. Ах, как хорошо! Замерзла моя голова, и уши я опустил. Ух, какое блаженство! Снег падает на пальцы. На второй веранде удивляюсь, что не видно растительности. Здесь обычно много зеленых листьев плавает. Растение, поднимающее со дна свои листы к поверхности водоема. Но нет. Осенью оно складывает свои игрушки и опускается на дно, вероятно. Еще раз сворачивает пруды, но не по дорожке, а снова на травы. Приятно под ногами видеть нечто мягкое, едва зеленое в сумерках между осенней листвой. Я заметил, что, описывая травы, слова я медленно роняю, так же, как падают снежинки. Что это? Задумчивость? Неуверенность? Осторожность? Огромная стена видится мне среди школьной площадки. Сзади школьной площадки. И вся в мониторах. В каждом мониторе показывается картинка. Лампочки горят на потолках. Я всматриваюсь. Не мелькнет ни фигуры. Нет. Все заняты своими делами. Никто к окну не подходит.